Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу свою небольшую коллекцию легковых автомобилей, также одного фургона и микроавтобуса, которые выходили в рамках европейских журнальных серий «Культовые автомобили Польши» и «Машины легенды». И на каждую из данных масштабных копий я делал детальный видеообзор, можете поискать старые видеоролики на моем канале, но по просьбе зрителей делаю сборный видеоролик, где показываю сразу несколько автомобилей, чтобы вам было проще наглядно посмотреть, чем машины друг от друга отличаются в плане проработки, цвета и самих автомобилей. И также в комментариях вы можете написать, какие из показанных машин есть в ваших коллекциях, из какой журнальной серии эти автомобили, когда и за сколько вы их покупали. Если посмотреть на польскую журнальную серию, то там довольно много отечественных автомобилей, но также представлен и польский автотранспорт, и немецкие машины. Если, например, сравнить эту серию с российской автолегендой СССР, то, на мой взгляд, в польской серии больше некая сборная солянка. И туда входят автомобили, которые уже выходили в других журнальных сериях, и, скорее всего, просто нераспроданные экземпляры пихают в другие серии, которые выпускаются в других странах. И начнем мы с обзора лимузина Sachsenring P240. Эта масштабная копия выходила в серии «Культовые автомобили Польши», но какое отношение немецкий люксовый автомобиль имеет к транспорту Польши, для меня остается загадкой. Но, тем не менее, прототип довольно интересен. Масштабная копия выполнена на довольно простом уровне, и из-за того, что у автомобиля очень много хрома и не выделены отверстия на решетке радиатора, машина смотрится довольно игрушечно. И такой Sachsenring также выпускался под брендом East Models, модель стоила дороже, но у нее был окрашен салон, стеклоочиститель из фототравления и также другая схема окраски. Но за свою цену это вполне хорошее изделие, с учетом того, что такого прототипа больше серийно в 43-м масштабе никто не предлагает. И, конечно, обидно, что именитые бренды Mini Champs, Шуко обходят стороной такие интересные и необычные автомобили. Вот так выглядит нижняя часть, все очень условно, не окрашен глушитель и довольно примитивно сделаны задние фонари. Это хромированные детали, покрытые красным прозрачным лаком. И следующий автомобиль – это французский Citroën 2CV. Очень симпатичная масштабная копия, и это больше культовый автомобиль Франции. Хотя такая машина встречалась и на просторах Советского Союза. У нас тоже такие машины иногда попадаются на глаза. И если говорить о масштабной копии, то она сделана на довольно хорошем уровне. Конечно, очень много упрощений. Например, поворотники просто обозначены краской, но можно сделать небольшую доработку, просверлить отверстия и вставить детали из прозрачного окрашенного пластика. И у меня в коллекции также есть такой Citroën Acelido, более старая модель, но она стоит дороже и сделана не намного лучше, чем журнальный вариант. У этой модели пластиковый тент, и также в багажном отсеке присутствует запасное колесо и вполне хорошо сделаны задние фонари. Вот так выглядит нижняя часть, можно окрасить выхлопную трубу, а больше тут нечего дорабатывать. И следующий автомобиль — это отечественный ЛуАЗ в темно-зеленом варианте окраски. И такая модель выходила в российской серии автолегенды СССР в бежевом цвете. И помимо цвета, на этом варианте также присутствуют регистрационные номерные знаки. И на российском варианте были окрашены поворотники оранжевым лаком. Здесь почему-то их сделали полностью красными, а других отличий у масштабных копий я не обнаружил. Вполне хорошая модель, с учетом того, что подобный ЛуАЗ больше, опять же, промышленным способом никто и не производит. Есть модели ручной работы, но они стоят намного дороже, и не всегда они сделаны лучше, чем вот это относительно недорогое изделие. Следующая масштабная копия – это лимузин ZIS-110. И тут модель представлена в белом варианте окраски, и изначально я покупал этот автомобиль, чтобы сделать конверсию в медицинском исполнении, но
К сожалению, на этой модели испорчено лакокрасочное покрытие, вздутие на правой стороне. И по-хорошему нужно перекрашивать эту модель, и уже забросил это дело, не стоит. Это, скажем так, модель того, чтобы ее перекрашивать, и поэтому, скорее всего, оставлю ее как донора запчастей. И также у этой модели отвратительное качество хрома. Очень много потертостей, какие-то непрокрасы, например, заднее правое колесо с черным пятном, как и левое переднее. И, конечно, если сравнивать этот вариант с российским аналогом в черном цвете, то машина из серии «Автолегенда СССР» мне нравится больше. И этот автомобиль я покупал, по-моему, за 3 евро. Тоже вполне хорошая цена, но не знал, что мне придет бракованный экземпляр. И следующая модель – это «Татра». Это масштабная копия из польской журнальной серии, тоже не самый лучший вариант в плане покраски и сборки. Здесь есть небольшие трещины на лакокрасочном покрытии, но, скорее всего, они появились из-за того, что белая краска наносилась поверх красной. И такая проблема наблюдается и на более дорогих моделях, если краска не высыхает перед нанесением второго слоя. И так что это я не считаю за большой дефект. И на этой модели мне пришлось перекрасить задние колпаки, потому что оригинальные были с повреждениями, и у меня нету хрома, поэтому покрасил их серебристой краской. И также сделал кончики на выхлопных трубах. Тоже один был обломан, поэтому пришлось делать им замену. А других доработок я не делал. Тоже вполне симпатичная масштабная копия. И у меня также Tatra есть от XO Models. И похожий автомобиль выходил и в рамках других журнальных серий. Видел модель в черном цвете с белой крышей и, по-моему, полностью синий автомобиль. И можете написать в комментариях, если у вас похожая Tatra в коллекции. И, по-моему, такая модель выходила даже и в рамках российской журнальной серии. Следующий автомобиль – это внедорожник Aro. И, к сожалению, эта модель покрылась трещинами. И, кстати, у меня спрашивали, чумеют ли журнальные изделия. Да, чумеют, правда, не все. И вот это наглядный пример. Пока что корпус держится, но эта модель, по большому счету, на выброс. И у меня также в коллекции есть еще один такой внедорожник в бежевом цвете. И та модель, по-моему, была из венгерской журнальной серии. Это вариант из польской. Красивый двухцветный окрас, но, повторюсь, ничего уже не поделаешь. Пока что оставил его в таком виде, но, скорее всего, пущу эту модель на запчасти. Следующая масштабная копия – это фургончик Баркас, тоже довольно симпатичный. И, на удивление, тут вполне хорошая покраска и аккуратное качество сборки. И модель довольно легкая из-за того, что у нее металлическая кабина, а все остальное сделано из пластика. Отдельный тент, но он вклеен в кузов, можно аккуратно отрезать эту деталь, тогда будет открытая бортовая платформа, но свой грузовичок я оставлю в первозданном виде. И у этой модели отдельные задние прозрачные фонарики, присутствует запаска, выхлопная труба и довольно хорошо смотрится облицовка радиатора. Можно будет доработать этот грузовичок, и получится вполне конкурентоспособная модель. Например, у Шуко похожий баркас сделан не намного лучше, а стоит намного дороже. Следующая модель – это польский микроавтобус Nysa, тоже довольно симпатичный. У модели довольно тяжелый металлический корпус, и у меня в коллекции также есть другие микроавтобусы, и они примерно такого же размера, но весят намного меньше. Вполне хорошая детализация салона, правда, он из черного пластика, и довольно хорошо сделана нижняя часть. Правда, запасное колесо изображено очень схематически и отлито вместе с плашкой днища. И, к счастью, на этой модели вполне хорошие колесики нормального размера. На других микроавтобусах Nysa колеса переразмерены, как на старых RAF-ах и журнальной серии «Автолегенда СССР». Следующая модель – это польская Варшава, она же Победа. Тоже вполне симпатичная масштабная копия, хороший цвет.
И от российского варианта эта модель отличается другой облицовкой радиатора, другими подфарниками. Здесь они круглые, на Победе были прямоугольные формы. И также на этой модели установлены другие регистрационные номерные знаки. Вот так выглядит нижняя часть. Вместо Победы написано «Варшава», не окрашен глушитель. И эта модель тоже имеет хромированные бампера. Следующий автомобиль – это Wartburg с кузовом типа «Универсал». Тоже вполне симпатичная масштабная копия. Правда, у этого варианта не очень хорошо сделано остекление. И на заднем стекле непонятные трещины. Но довольно симпатичная схема окраски. И такой Wartburg также в журнальной серии выходил с кузовом типа «Седан», «Кабриолет», «Купе». И были другие модификации. И большая часть этих автомобилей тоже есть в моей коллекции. Если у вас будет интерес, я сделаю на другие автомобили детальные видеообзоры. Также покажу вам «Москвич» с кузовом типа «Универсал». Очень симпатичный ярко-красный цвет. И в российской серии похожий «Универсал» выходил, по-моему, лимонного цвета. Но мне больше понравился такой вариант исполнения. Тоже довольно хорошая проработка за свою цену, и это вполне аккуратная масштабная копия. Здесь установлены польские регистрационные номерные знаки. Покажу вам еще один «Москвич» 412. Это экспортная модификация, у нее другие колпаки. А особых отличий от российского издания у этой модели нету. Тоже стоят польские регистрационные номерные знаки. Задние фонари из прозрачного красного пластика, поворотники просто нарисованы оранжевым лаком. И вот так выглядит нижняя часть. И еще один «Москвич» 408. И эта модель в зеленом цвете. У меня также есть точно такой же «Москвич» из румынской серии. Он темно-вишневого цвета. И на второй модели колесики правильные по размеру. Здесь они больше, чем должны быть на настоящем автомобиле. И аналога из российской серии у меня нету в коллекции. Вот так выглядит нижняя часть. И последние две масштабные копии. Это польский Fiat 125P в раллином варианте окраски. На эту модель я недавно делал детальный видеообзор. Интересный прототип, но сама масштабная копия сделана больше по мотивам. Отсутствует каркас безопасности, также обычные колесные диски. Но, тем не менее, за неимением лучшего варианта это вполне достойный экземпляр, чтобы поставить его на полку. И самая последняя модель – это ВАЗ-2105. Но на самом деле эта масштабная копия сделана на формах семерки, просто поставили решеточку от пятерки. Также у этой модели семерочные бампера, просто серебристой краской снизу нарисовали алюминиевую полосочку. И также у этой модели семерочные задние фонари, просто их окрасили под пятерку. И у меня в коллекции две таких модели. Я тоже покупал их как доноров для запчастей, потому что у этих автомобильчиков довольно хорошие колесики. И можно взять светотехнику при доработке более старых дорогостоящих изделий. Вот такая небольшая коллекция, которую я хотел вам показать в рамках сегодняшнего видеоролика. Пишите ваши комментарии. Какая из показанных мною моделей вам понравилась больше всего? Какие модели есть у вас? Собираете ли вы их до сих пор? Или, возможно, просто оставили старые образцы как частичку истории. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком. Также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. И заглядывайте в мои группы в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке. Там участники сообщества выкладывают фотографии своих коллекций автомобилей. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.